Близко подходим. Этот парень, допустим, я когда увидел просто, я сразу понял, что он, ну, явно, бывает, когда у человека на лице написано, что он не кадыровец, не может быть кадыровцем. Например, смотрите, вот этот чувак, это он один из задержанных, Рамзан Исмаилов, по кличке Кузя, бывший начальник уголовного розыска Урус-Мартановского района. Вы представляете, насколько это матерый преступник? Или вот, например, второй чувак, это Али Чичаев, по кличке Черный. И сразу же можно упомянуть и его брата Умара Чичаева. Этих двух персонажей мне довелось познакомиться с ними лично, когда жил дома. Он участник многих спецопераций против участников нашего сопротивления. Человек, который убивал, пытал, на нем очень много крови. То есть, понимаете, вот эти вот матерые преступники, у которых на их встречах, там, в кафешках их, там, московских, у них даже шуточки, у них разговоры о том, скольких они... На этой неделе убили. Ха-ха-ха, как ты ему в голову выстрелил, у него там аж мозги по стене размазались, ты это видел? Ха-ха-ха, понимаете? Вот такого уровня люди, отморозки. И вот после того, как ты такие заявления сделал, ты выставляешь против отморозков, ты выставляешь спортсменов, рассчитывая на что? Что приехавшие выйдут с тобой на ринг? Что там, в офисе Wildberries? Сентября тема с Wildberries ожидаемо взорвалась. Как мы с вами помним, некоторое время до этого Бакальчук Владислав появился у Рамзана Кадырова. Тогда-то мы с вами и широкая общественность, если не считать какие-то там бизнес-круги, которые и так были в курсе происходящего, то широкая общественность, можно сказать, весь даже этот мир, узнал о разводе Бакальчуков и о том, что вообще существует какая-то проблема передела этого огромного, огромнейшего российского бизнеса. И после этого мы все как бы ожидали, что вот что-то должно произойти. Тема сама вроде даже уже как-то улеглась. И вот 18 сентября Владислав Бакальчук в сопровождении с адвокатом, еще какими-то официальными такими лицами, в костюмах, в галстуках и с толпой кадыровцев, просто каких-то зевак, приезжает к зданию Wildberries. И далее, и вместе с ними туда приезжает и полиция, которую, ну, по крайней мере, по заявлению Владислава Бакальчука, вызвал именно он. И это, в принципе, не опровергалось второй стороной. Им пытаются воспротивиться тому, чтобы там они попали в здание, то есть их не запускают. Идет какая-то импровизированная даже то ли пресс-конференция, что-то вроде этого, потому что адвокат Бакальчука, Анас Эльмурзаев, это бывший прокурор кадыровский, он на таком чистом, грамотном русском языке что-то там даже заявляет, это все снимается, он как-то там даже одергивает то ли начальника охраны. В общем, происходит что-то, на первый взгляд, на тот момент, по крайней мере, напоминающее какое-то цивилизованное действие, попытку заявить о своих правах, там, что-то такое. Но далее какой-то чувак из компании Владислава Бакальчука вот таким характерным движением, значит, раскладывает дубинку, есть такие дубинки, они железные, на конце такой шарик, а вы этими дубинками обычно кадыровцы у нас какое-то время, по крайней мере, пользовались, избивали задержанных. Вот он, слышно звук, как он ее выдвигает, далее он начинает долбить витрину, стекло, после этого туда проникает какая-то часть этих людей, слышно, как кто-то на чеченском языке говорит «заходите, заходите», и далее, значит, заходит какая-то потасовка, выстрел, после этого еще какая-то стрельба. В итоге двое погибших и несколько человек раненых, в том числе и тяжело раненые, порядка 30 человек задержаны по уголовному делу, еще человек 15 задержанных по административному делу, арестованы на 15 суток. То есть это уже такая типичная криминальная история в итоге из всего этого получилось. Теперь, если кто-то полагает, из того, что я вижу, из комментариев к этим событиям, из того, как это все освещается многими СМИ, просто комментаторами. Я понимаю, что эти люди думают, что вот когда-то, там несколько месяцев, какое-то время назад, Бакальчук приехал к Кадырову, объяснил ему ситуацию, что его пытаются кинуть, отжать у него бизнес, там жену увели, в общем, мы с вами это все помним.
Вот он это все сказал, Кадыров это выпустил на своем официальном канале, сделал заявление, что он не позволит, там есть какие-то кавказцы, значит, он там за справедливость, семью вернуть, традиционные ценности и так далее. И вот после этого проходит время до 18 сентября, сколько там, месяц-два, да? Если кто-то считает, что все это время ничего не происходило, то есть вот тогда Владислав приехал к Кадырову, они сняли этот ролик, его выложили, и потом ничего не происходит, тишина, и раз 18 сентября Бакальчук приезжает в сопровождении с адвокатом, там еще с какими-то лицами и вооруженными людьми, к офису Ладвы, что это вот так вот происходило, то, ребята, это очень наивное и глупое мнение, это вообще абсолютно непонимание того, что происходило и происходит. Вот пока мы с вами не видели ничего в публичной сфере, то есть все вот это время, эти несколько месяцев, там происходили большие процессы. Там кто-то кому-то звонил, какие-то встречи, кто-то кому-то угрожал, кто-то пугался, кто-то, наоборот, противился. Там предлагались какие-то деньги. То есть там были процессы, которые мы с вами не видели и не должны были видеть. То есть это то, что скрыто от нас. Как только Кадыров поручил Делимханову заниматься вопросом Бакальчука, мы же с вами понимаем, что не случайно у него главным адвокатом выступает бывший прокурор Чеченской Республики, что его неожиданно сопровождают люди из президент-отеля, приближенные к Адаму Делимханову. Мы же понимаем с вами, почему это происходит. Но почему-то многие не понимают или делают вид, или не хотят понимать, что с той стороны, со стороны Татьяны Бакальчук, тоже происходят такие же процессы. Там тоже заручаются поддержкой, там тоже каким-то влиятельным людям идут, те обещают помочь. Кто-то там даже как-то и помогает. То есть это вот это вот до вот этого 18 сентября было очень много процессов, о которых можно догадываться, но полагать, что их не было, это очень глупо. Поэтому, если даже для кого-то 18 сентября стало какой-то неожиданностью, для большинства людей и для самих сотрудников Wildberries, я имею в виду топ-менеджеров этой компании, для тех, кто находился в этом здании, для тех, кто приехал, это не было неожиданностью. Все к этому шло, и все это понимали. Единственное, я, конечно, полагаю, что изначально не было там, конечно, никакой цели устраивать стрельбу, убивать людей. Я практически в этом убежден, потому что я не могу себе представить человека, который бы сказал Кадырову там, или Делимханову, да никаких проблем, вот рядом с Кремлем находится этот офис в 300 метрах, чтобы он сказал, допустим, Делимханову, тот бы сказал, мы бы хотели бы приехать в офис Wildberries, пострелять там, побить витрины, положить несколько человек. И вот кто в Кремле должен был сказать, да нет проблем, пожалуйста, конечно, езжайте. Кто это, Путин? Кто? Войно? Кириенко? Ну нет, конечно, понятно, что. Я думаю, что это как раз последствия того, что ситуация вышла из-под контроля. То есть она пошла как минимум не по плану, я так думаю. Хотя, конечно, все возможно. Наверняка найдутся люди, которые скажут, что это вообще изначально там такая стратегия, что это специально в Кремле изначально вот так вот сделали, подставили, чтобы потом что-то сделать. Ну, время покажет. Мое мнение, что все-таки это не планировалось. К этому привела сама ситуация. То есть вот к этой эскалации привело уже то, что на месте произошли какие-то там трения и так далее. Так вот, почему я изначально, когда прокомментировал эту ситуацию, сказал, что и на чью-то сторону в этой истории вставать не стоит. И продолжаю я оставаться на этой же позиции, потому что и с этой стороны есть российские чиновники, какие-то политические деятели, какие-то криминальные, полукриминальные элементы. Но ровно точно такие же есть и с той стороны. И это передел бизнеса между мужем и женой. Но мы понимаем, что это не муж с женой уже теперь решает этот передел. Вот смотрите, в либеральных кругах здесь, среди оппозиции российской, изначально, как только Владислав Бакальчук появился у Кадырова, сразу же стало принято, то есть хорошим тоном стало, определять этот спор таким образом, что Владислав Бакальчук плохой, он не прав, а Татьяна Бакальчук, она хорошая и она права. Почему? Потому что Владислав Бакальчук сидит рядом с Кадыровым, а Кадыров, он плохой, он зло. Значит, и Владислав Бакальчук, он тоже плохой и он зло. Все, вот и далее, что бы ни происходило в этой истории, это воспринимается именно так, что плохой приехал хороший, плохие ребята приехали, наехали на хороших ребят. То есть изначально из вот этих вот вводных это так видится. Но на самом деле я-то понимаю, почему Владислав Бакальчук пошел к Кадырову. Не от того, что он хотел бы к нему пойти. Владислав Бакальчук в этой ситуации, он использует Кадырова как ресурс. Когда за Татьяной Бакальчук стали люди ничуть не лучше Кадырова, может быть, они такие кровавые, может быть, не такие наглые, но ничуть не лучше. Такие же российские, кто-то чиновники, кто-то
там, бандиты или околобандиты, аферисты, то есть точно такие же люди. Когда они стали со своим политическим весом, со своим политическим авторитетом стали дербанить бизнес Татьяны Бакальчук, и когда, ну, по версии, по крайней мере, Владислава Бакальчука, его решили просто тупо оставить за бортом, он не нашел просто других людей, которые бы смогли бы выступить противовесом против вот этой мафии, и пошел к другой мафии. То есть, хорошо это или плохо, это мы сейчас не об этом говорим. Мне вообще плевать. Я не хочу становиться на чью-то сторону или разбираться, кто из Бакальчуков прав. Я просто понимаю, как действовал Бакальчук. И что вот этот вот, вот эта вводная тема, типа, он плохой, а она хорошая, она не работает. Это не так. Для меня нет там в этой истории хороших или, ну точнее, хороших нет. Они все для меня плохие. И мы должны эту ситуацию смотреть именно так. Мы не можем обелять одних, говоря, что вот это... Значит, все, кто там стоят за Татьяной Бакальчук, а это Сулейман Керимов, не депутат, а как их в Совете Федерации, которые заседают, забыл я, сенатор. Сенатор от Дагестана, олигарх российский, что хороший парень. Или, например, Бекхан Барахоев, депутат Государственной Думы от Ингушетии, что тоже хороший парень. А вот эти братья Мирзаяны, хорошие ребята. То есть, понимаете, надо вот это вот этот стереотип убрать. В этой ситуации, в этой истории хороших нет. Разбираться, кто в этом бизнесе прав, Бакальчук там имеет, я не хочу. При желании можно было бы в этом покопаться, но абсолютно неинтересно. Теперь переходим к тому, что произошло. Со стороны Татьяны Бакальчук убито два человека. Они оба являются ингушами. И получается так, что эти двое ингушей убиты кадыровцами и этническими чеченцами. Поэтому это моментально начинают подавать эту информацию, что вот чеченцы убили ингушей, разборка чеченцев с ингушами. Но это настолько лживая информация в плане разборки. Конечно, правда, что убили, кадыровцы убили двух ингушей. Правда, что они являются, разумеется, этническими чеченцами, никто с этим не спорит. Но это не разборка чеченцев и ингушей. Это даже не разборка кадыровцев с ингушами. Это разборка криминальных кругов, криминальных бизнес-кругов, олигархов, Бакальчуков, их разборка, в которой, к огромному сожалению, жертвами стали эти двое ингушей, и, к огромному сожалению, противоборствующими сторонами, которые друг друга били, которые оказались торпедами в этой истории, понимаете, именно торпедами, оказались чеченцы и ингуши. И они оказались друг против друга. Одни на стороне одной Бакальчук, дагестанского олигарха, ингушского депутата Государственной Думы, каких-то братьев езидов армянского, точнее, армян-езидского происхождения. То есть одни на их стороне, вторые, ну, ингуши в смысле, чеченцы, кадыровцы на стороне Владислава Бакальчука. В итоге получилось, что за их интересы, за их деньги. Понятно, что эти, конечно же, преследовали там свои цели. Понятно, что они не бесплатно. Не ради там того, чтобы Бакальчук стал богатым там, или Татьяна Бакальчук. Непонятно, что они для этого. У каждого там были свои цели в этой истории. Поэтому я и сказал, что на чью-то сторону криминальной разборки я становиться не хочу. Но теперь другой вопрос. Могли ли в этих разборках оказаться очень хорошие люди с обеих сторон и стать, к сожалению, жертвами этой истории? То есть, условно говоря, претензии, которые предъявляют мне, в основном ингуши, это почему я называю обе стороны криминальными, почему ты называешь убитых ребят криминальными элементами там, или бандитами. Но я, когда я писал этот пост, я-то отдавал себе отчеты, я поэтому не называл конкретных людей бандитами. Вы поймите, что допускаю ли я, что с этой стороны, со стороны Татьяны Бакальчук, в рядах вот этих вот, в этой охранной компании, допустим, мог вообще случайно оказаться какой-то человек, не причастный к этому всему, абсолютно не имеющий представления, что происходит. Вот мог он там оказаться? Да, он мог там оказаться. Как и со второй стороны, мог там оказаться вообще не кадыровец? Человек, который просто, допустим, проходил мимо. Или какой-то знакомый знакомого позвонил, сказал, поехали вместе там съездим. И он оказался. Мог он там так оказаться? Мог. Поэтому я конкретно про людей ничего не говорю. Но от того, что хороший человек на той или на этой стороне оказался, от этого сама эта разборка, она не поменялась. И та сторона, на которой оказался этот хороший человек, эта сторона не стала, от его присутствия она хорошая не стала. Вот в чем суть.
Я не говорю ничего про, допустим, вот этих убитых двух людей, ну, точнее, про одного, наверное, потому что один убитый, этот Адам Алмазов, по-моему, он бывший сотрудник, он охранял Юнусбека Евкурова, то есть, ну, там, я думаю, нет каких-то даже ко мне претензий. Ничего хорошего, в принципе, я его и не знаю, но вводная информация, которая есть в открытом доступе, она как минимум говорит о том, что это сомнительная личность, я ничего не хочу. Но второй человек, очень хорошо о нем, очень хорошо многие о нем пишут, но я не знаю, понимаете, я не знаю ни его, ни второго, ни одного из тех людей, которые были ранены, пострадали со стороны Ингуша, я их не знаю, поэтому я не стал ничего говорить ни хорошего, ни плохого о конкретных людях. Те, кто знают этих людей и знают с хорошей стороны, пускай выскажутся. Но не надо упрекать тех людей, которые, не зная этих людей, но видя эту картину абсолютно криминальную, никак не стали ничего влазить в эту тему на чьей-то стороне. Эти люди поступили правильно. Именно так и нужно поступать. Потому что эти абсолютно наивные истории, что это просто там охранники, как будто бы они пятерочку просто охраняли, и приехали какие-то беспредельщики, чтобы грабить пятерочку, если бы это было так, то безусловно нужно было бы выступать на стороне охранников. Но с момента появления Бакальчука у Кадырова до 18 сентября очень много процессов происходило, которых мы с вами не знаем, а некоторые знают, до некоторых доходит эта информация. И я знаю, что не просто, это не охранники пятерочки, понимаете? Я знаю, как их туда, для чего их туда посадили. За неделю до того, как произошло вот это событие 18 сентября, вся Москва трубила о том, что это должно произойти. Вот все вот эти охранные круги, всякие этнические группировки, ЧОПы, все были в курсе. Поэтому я понимаю, что это не просто так. Но при этом, да, там могли, нечаянно какие-то люди могли оказаться и наверняка оказались. Поэтому еще раз, ничего плохого, либо хорошего о конкретных людях, о которых мы не знаем, а там есть и те, о которых мы знаем, это сейчас, как раз мы к этому сейчас подойдем. Но те люди, о которых мы не знаем, особенно с ингушской стороны, а там, ну, я не знаю, не владею информацией. Поэтому ничего хорошего и ничего плохого я о них не говорю. Но в целом, отношение такое. И это. Группировки абсолютно криминальные, и ни на чью из их сторон становиться мы не должны. Теперь поговорим о тех, кого мы знаем. А знаем мы некоторых действующих лиц со стороны кадыровцев. Потому что, ну, ребята очень известны. И вообще сам этот инцидент, на мой взгляд, произошел из-за того, что со стороны Татьяны Бакальчук люди недооценили противника, ну, либо переоценили свои возможности. Хотя, в принципе, это одно и то же. То есть, я думаю, смотрите, вот это тоже очень важный момент, на который мы с вами должны обратить внимание. Здесь мы во многом становимся жертвами некоторых наших рупоров, которые постоянно нас убеждают в том, что вот если кадыровец обязательно слабый, трус, он немощный, он ничего не может, как только увидит опасность, он испугается. Вот из-за того, что вот этот подход постоянно нам внушают, что либо если ты кадыровец, или, условно говоря, ты плохой, значит, ты трус, значит, ты ничего из себя не представляешь. И это создает у людей ложное впечатление, что перед нами враг, который становится перед нами, он обязательно должен быть трусливым. Но жизнь, она не такая, друзья. Среди плохих людей есть смелые, отважные, готовые жертвовать собой. Люди, которые не дадут заднюю там, в экстремальной ситуации. Такие люди среди них есть. И поэтому надо избавиться сначала от этого ложного понимания. Среди мушрика, воевавших с пророком, мир и благословение Аллаха, были очень мужественные, отважные люди. А почему мы с вами считаем, что их не может быть среди кадыровцев, среди российской полиции, там, российской армии? Может, и они бывают. Сам Кадыров, да, трус, безусловно. Но Кадыров наделен такой огромной властью, что он может управлять огромным количеством людей. И среди этих людей есть трусы, но есть и смелые люди. И эти смелые люди, какими бы они смелыми ни были, эта смелость не делает их хорошими. Они мерзавцы, они преступники, мерзкие люди, но при этом не обязательно трусы. Вот это мы с вами должны понимать. И на мой взгляд, здесь произошла недооценка своего врага, потому что я смотрю, вот кто приехал со стороны кадыровцев туда на эту стрелку. Например, смотрите, вот этот чувак, он один из задержанных, Рамзан Исмаилов, по кличке Кузя, бывший начальник уголовного розыска Урус-Мартановского района. Я сейчас говорю не про советское время, если что. Он был начальником уголовного розыска Урус-Мартана вот сейчас, после нулевых, то есть период
самый опасный период, когда больше всего преступлений было совершено против людей, пытки, убийства, фабрикации уголовных дел, вот этот чувак всем этим занимался. Вы представляете, насколько это матерый преступник? Или вот, например, второй чувак. Это Али Чичаев по кличке Черный. И сразу же можно упомянуть и его брата Умара Чичаева. Этих двух персонажей мне довелось познакомиться с ними лично, когда жил дома. Вот этот, допустим, вот этот старший Али Чичаев, с самого практически начала истории оккупации, вот этой второй оккупации российскими войсками, он находится в различных спецподразделениях, начиная там от ОМОНа, заканчивая СОБРом Терек. В СОБРе Терек он был заместителем командира того самого Абузейда Висмуратова, патриот. Он был его заместителем. Последний раз, когда я покидал республику, он был в этой должности. Только потом он вышел на пенсию. Он участник многих спецопераций против участников нашего сопротивления. Человек, который видел очень много смертей, убивал, пытал, на нем очень много крови. Этот Умар Чичаев, это помоложе. Он чуть позже в эту тему влился, но тоже успел и преступления посовершать. То есть, понимаете, вот эти вот матерые преступники, у которых на их встречах, там, в кафешках их, это московских, у них даже шуточки, у них разговоры о том, скольких они на этой неделе убили. Ха-ха-ха, как ты ему в голову выстрелил, у него там аж мозги по стене размазались, ты это видел? Ха-ха-ха, понимаете, вот такого уровня люди, отморозки. С этой стороны. И кого выставили против них? Вот Барахоев там, кто там этим управлял. Кого выставили против них со стороны Татьяны Бакальчук? Спортсменов, которые максимум своей жизни на ринге удушающе сделали. Понимаете, уровень. На что, вот, например, Барахоев. Вот наверняка я это приблизительно понимаю, как это все происходило. Там были угрозы, телефонные разговоры. И там типа, да, никаких проблем, давайте, попробуйте, типа, заберите там, приезжайте. Приблизительно такая была история. Не просто так это все произошло. И вот после того, как ты такие заявления сделал, ты выставляешь против отморозков, ты выставляешь спортсменов, рассчитывая на что? Что приехавшие выйдут с тобой на ринг? Что там, в офисе Wildberries планировали поставить ринг и каждого приехавшего кадыровца выводить на ринг и устраивать с ними схватки там по правилам ММА. То есть на что этот был расчет? Понимаете, здесь явно видно, что недооценили. Либо переоценили свои возможности, либо недооценили этих отморозков. И как результат произошло то, что с той стороны, видимо, я даже не знаю, говорят, у тех оружие было не боевое, были травматические, но это, конечно, об этом нам сообщат, скорее всего, уже либо после того, как следствие будет завершено, дело передадут в суд, потому что мы тогда об этом узнаем, эти подробности. Но факт, что как только там в ход пошло оружие, с этой стороны были, конечно же, не травматы, там были боевые стволы и люди, которые умеют профессионально пользоваться боевым оружием. И не раз применяли его против мусульман, против обычных людей. В том числе и против своих врагов, участвовали в различных спецоперациях. То есть это люди с боевым опытом и с жаждой убивать. Вот такие люди, с одной стороны, и с другой стороны, ребята, спортсмены, которые вряд ли когда-либо кого-то убивали, максимум, может быть, на ринге сделали удушающий там или в нокаут кого-то отправили. Поэтому, конечно, тут было очевидно, кто в этой схватке победит. Поэтому, я думаю, недооценка теми, кто был ответственен за то, чтобы охранять этот офис, участвовать в этом криминальном дележе. Они просчитались. В конечном итоге это стоило жизни двум людям. И плюс еще там целая толпа людей ранены. И, насколько я знаю, есть среди раненых, есть даже тяжело раненые. В общем, в конечном итоге, в сухом остатке, как говорят, к сожалению, подобные вещи уводят фокус от главного, и появляется очень много, разумеется, провокаторов в этой истории, появляется очень много людей, которые просто ждали чего-то, чтобы выплеснуть всю свою желчь, весь этот негатив, и поэтому мы сейчас видим в комментариях, там, во всевозможных группах, просто страшное дело, что происходит. И, к сожалению, от того, что я сейчас здесь призову красивые речи, там, скажу, от этого ничего не изменится. К сожалению, люди, жаждущие, чтобы вот такая вот смута происходило, конечно, на них абсолютно никак не повлияют никакие разговоры. Но, тем не менее, нужно тем, кто готов как-то здраво в этой ситуации мыслить, нужно немножко подостыть, оставить вот эти племенные предпочтения и посмотреть на эту ситуацию вот так сверху.
И вы поймете, что в этой истории хороших ребят нет. А если вы начнете, я прошу прощения, хороших ребят, я имею в виду глобально, конкретно, может быть, там, как я сказал, из той стороны, может, есть хорошие люди. Как, например, со стороны кадыровцев, один из задержанных, вот этот парень, сейчас я вам его покажу, вот. Близко подходим. Этот парень, допустим, я когда увидел просто, я сразу понял, что он, ну, явно, бывает, когда у человека на лице написано, что он не кадыровец, не может быть кадыровцем. Я, естественно, сразу начал пробивать, кто этот человек, кто, как он там мог оказаться. И после этого я уже проанализировал видеоролики с места и нашел его на этих видео. У меня в телеграм-канале последний пост как раз про него, можете посмотреть. Его зовут Абубакар Висаригов. И там на видео четко видно, что он вообще не участвует ни в каких... ни в драке, там, ни в стрельбе, тем более, он даже не пытается туда зайти. Когда начинается стрельба, он, наоборот, пытается как-то ретироваться. То есть он просто присутствует. Понятно, что он там оказался либо случайно, либо кто-то там позвонил. А это, кстати, тоже момент. Очень многих чеченцев, как минимум, туда привезли телефонными звонками. Вот эта почта бывает, у нас работает. И все они говорят, что нам звонили и говорили, оружие с собой не брать. То есть там были конкретные посвященные люди из отеля, которые приехали туда с оружием, которые знали, куда они едут, были готовы к любому исходу. И была вот эта толпа зевак, которых привезли и сказали, ни в коем случае оружие не брать, там никакого криминала там не будет, просто приедем, видимо, для количества, для массовки они были нужны. И вот этот парень, он явно молодой пацан, по всей видимости, просто попал под замес. Еще примечательно, что вот этот молодой пацан, который отчетливо видно, что на видео он ни в каких драках там не участвует, растерявшись, наоборот, стоит в этой толпе. В отношении него возбуждено уголовное дело, его посадили там на 2 месяца, по-моему, или на месяц, ну, то есть пока идет следствие. А этого Али Чичаева, по кличке Черный, такого матерого преступника, он получил административный арест на 15 суток. Не знаю, может быть, затем они как-то это поменяют. Теперь, что касается ответственности за все это. Уже известно, что все задержанные попросились на СВО. А это что значит? Это значит, что они избегут уголовного преследования, уголовной ответственности. Никого не посадят. Если, смотрите, вот сейчас важный момент, то есть теперь от того, как будут развиваться дальнейшие события, отмажут этих людей, выйдут они на свободу, что будет с Бакальчуком Владиславом, будет понятно, на чьей стороне Кремль. Либо Кремль просто дал возможность им разбираться, а я склонен думать, что именно так и произошло, что на чью-то сторону там вставать не стали. Либо Кремль сейчас кого-то поддержит, и тогда мы узнаем, кто в этой истории получит все лавры, я имею в виду в этом разделе бизнеса. Но то, что Владислав Вакарчук уже отпущен, вернулся, записывает видео, находясь у себя дома, это, честно говоря, мне дает повод думать, что Кремль на сторону Татьяны Бакальчук так явно, по крайней мере, не встал. И смотрите, ребята, еще один важный момент. Давайте с вами проговорим. Как бы мы не ненавидели Кадырова, кадыровца, всю эту шушеру, мы с вами должны понимать, что в противостоянии в России, именно в криминальном противостоянии, когда ты не административно через крутых ребят в Кремле можешь надавить и кого-то заткнуть, а именно, когда Кремль говорит, а нам плевать, стреляйтесь. Вот в этой ситуации мы должны понимать, что в России нет другой силы, равной Кадырову. То есть ему дали настолько набрать мускулатуры кремлевские для чего-то, по всей видимости, для использования вот таких историй. И никому другому подобной мускулатуры не дали. Был один, у которого был такой же вес, он был тяжеловесом. Это был Пригожин со своим ЧВК. Вот это был человек, который мог в любой момент не то что там где-то постреляться с Кадыровым и кадыровцами, а мог вообще устроить поход на Чечню и вообще крупномасштабные боевые действия замутить. Вот это был реально тяжеловес. Но после того, как его переехали, все эти чувака расформировали, остался только вот этот конкретный преступник, закомплексованный трус, но наделенный властью и собственной армией, подчиняющейся конкретно ему. И против него в России есть власть, его могут в любой момент очень быстро осадить, уничтожить, посадить, все что угодно с ним делать, опустить. Но это может сделать власть. ФСБ, МВД, там, как Путин скажет, давай, вперед, пас, и разнесут 6 секунд. Но когда мы говорим о каких-то криминальных историях, то нет какой-то другой группировки в России, никакой ОПГ,
которая по своей мощности, по своим возможностям, ресурсам могла бы сравниться. Понимаете? То есть, есть, грубо говоря, Сулейман Керимов, политический тяжеловес, олигарх, но он не может, у него нет ресурсов, чтобы, допустим, на поле боя выйти с Кадыровым. Кто за ним пойдет? У него нет, понимаете, вот этой армии. Он может Кадырова задавить через Кремль, сказать «войну шепнуть», на ушко «войну» там шепнет Путину, Путин скажет «сидеть», и он будет сидеть, как он сам признавался, мне скажет Путин «в кусты, я в кусты». Вот это да. Но если Путин не скажет, если Путин скажет «а мне плевать, пусть между собой сами разбираются», все. То есть какие бы у тебя там деньги, возможности не были, в рамках российских разборок, надо, как бы мы его ни любили, мы должны понимать, что у них очень крупный ресурс, и они реально являются тяжеловесами. Поэтому недооценивать эту силу, думать, что там какие-то трусы, что там среди них вот не будет человека, который пойдет до конца, который будет стрелять, который готов там умереть, это очень наивно. Это вот это вот наивное мнение о враге, оно потом очень плохо боком выходит нам. Вы поймите, ребята, я лично знаком некоторые люди, которые со мной росли в одном дворе, они сегодня матерые кадыровцы. Мы вместе, мы были друзья. Мы росли там до начала Второй войны, вместе там бегали, какие-то шалаши строили. После там, до начала десятых годов, опять-таки вместе жили. Я этих людей видел во многих экстремальных ситуациях. Я знаю, что эти люди, против них армию выпусти, они не пойдут в попятную. Я знаю, что они жизни свои отдадут. Не потому, что они там за идею или чего-то, а просто потому, что они смелые, отважные люди. И там есть такие. Это недооценивать нельзя. Да, они плохие, они мерзавцы, где-то преступники. И среди них есть реальные трусы, конченые люди. Но везде, как и трусы, также везде есть и смелые, отважные люди. Поэтому не обольщайтесь, не настраивайте себя на то, что там, если ты там, значит ты трус, значит ты испугаешься и побежишь. Вы, оказавшись с ними в каких-то по разные стороны там баррикад где-то, вы можете сильно удивиться. Они могут вам очень такие нехорошие сюрпризы преподнести. Так, ну, я думаю, это все, что я хотел сказать на эту тему. Потом мы еще, если будут вопросы, ответим, иншаллах.